Всем привет. Я знаю, что те, кто подался на 866, находятся в постоянном стрессе из-за того, что нет Bridging A и Acknowledgement of Application не пришло. Многим не пришло. Я бы даже сказал, у меня только за последний месяц, кто подался, из клиентов только один получил Bridging A и Acknowledgement of Application. Это не повод для стресса. Помните. Если вы до конца 90 дней на туристической визе подались на 866, вы ничего не нарушили. Даже если система показывает, что у вас нет никакой визы. Даже если вам приходит уведомление, что ваша туристическая закончилась и вы сейчас ни на какой визе. Это все приходит, потому что департамент не обработал 866 и не прислал вам подтверждение, что вы на нее подали. Как только департамент обработает, сразу ваш статус подтвердится той датой, когда вы подали. И нелегалом вы не будете. Не переживайте по этому поводу. Я вижу сейчас, департамент очень сильно загружен. Представьте, что и у них и так было много таких виз. Афганистан, Мьянма, Судан, Эритрея, да масса стран. Много-много-много стран подается на эту визу. И сейчас еще и мы подаемся. Поэтому не должно быть стресса по этому поводу. Если заявка подана вовремя, если сбор оплачен, не переживайте, вы не можете быть нелегалом, это исключено. Вы выполнили все законом поставленные условия. Также не забывайте, они сейчас пишут 6-7 недель, они имеют право обрабатывать. Месяц – это еще не трагедия, не катастрофа. 6-7 недель. До этого они даже на какие-либо фоллоуапы, запросы, дополнительные вопросы отвечать не будут. Я по нескольким людям отправил, мне никто ничего не ответил. Я знаю, что там меньше 6 недель, там 4 5 недель и так далее. Никто не отвечает, отвечать не будет. Не переживайте лишний раз туда, не пишите. Убедитесь, что заплачен визовый сбор, что заявка подана вовремя до окончания 90 дней на визе. И все будет хорошо, вы свою Bridging A получите, а с ней право на работу. Неприятно, стрессово, долго этот вопрос будет решен. Не переживайте. Если там все сделано правильно, все подано правильно, все будет окей. Хорошей продуктивной недели всем.